Привет! Я приготовила небольшой комплекс упражнений для домашней тренировки. Наше занятие будет состоять из трех частей. Первая – разминка и растяжка. Вторая – у нас будет силовая часть. И третья часть будет посвящена бальным танцам. Поехали! Каждое упражнение делаем по 20 повторений. Планочку стоим по минуте. Нашего урока бальные танцы. Делаем упражнение на верхнюю часть нашего корпуса. Ставим полную позицию. Первое вращение. И в конце доделываем голову. Наклончики. Также в конце доделываем растяжение в голове. Восьмерку и в другую сторону восьмерку. Следующее упражнение специально для того, чтобы шея наша была высокая, красивая и растянутая. Собираем центр, контролируем центр и вторую руку кладем вот сюда. И от верхней точки начинаем растягивать красивую диагональ. Также в променадной позиции то же самое. При этом стараемся попу назад вот сюда не уводить. Следующее движение на наши ноги. Делаем правильный по технике шаг. С правильным по технике выносом. В конце шага поднимаемся. Назад то же самое. Следующее упражнение. Шоссе в сторону. Внимание на спуск. Каблук не опускается раньше того момента, когда наша правая нога подходит к левой. В эту сторону то же самое. На этом наша сегодняшняя тренировка заканчивается. Всем спасибо за внимание. Надеемся, что скоро карантин закончится, и мы с вами уже увидимся в зале.